микроорганизмы, там, плесень, грибки, которые питаются соответствующими ингредиентами, которые вызывают. То есть находиться в респираторах, в масках, люди, которые занимаются распылением, не должны? Нет, это не... Есть понятие пробиотики. Пробиотики, да, скажем, здоровье человека, ну, воздействие не оказывает. Понюхала? Сняла? Эта вся история работает где-то температурой до плюс 8, плюс 6. Когда температура падает ниже, соответственно, начинается уже замедление процессов жизнедеятельности, а при минусовой там могут, в принципе, микроорганизмы погибнуть. Поэтому при следующем сезоне, при поднятии температур, необходима дополнительная обработка, да? Так, ну и обработка. Вот что мешало? Денег не хватало, и внимания не обращали. Людей не было такого уровня жалоб. Вопрос, когда людям стало невмоготу, о чем говорилось как бы сразу, что когда будет массовое возмущение, тогда начнутся движения, соответственно, от службы. То есть когда это волнует одного человека, это один расклад. Когда это волнует уже массу, тогда это другой расклад, и все. Плюс вопрос относительно технологии, то есть технологии. Это не украинская технология, это американская технология, поэтому искали тех, кто может нам ее предоставить по разумной цене и с определенными гарантиями. Потому что какие-то космические там средства тратить на, скажем, временный эффект, ну, наверное, не совсем правильно. Этот эффект вам нравится, вы готовы на него? Это должен не мне нравиться, он должен нравиться тем людям, которые имели определенные претензии к работе инспекции. И сегодняшняя рабочая группа как раз из таких людей состоит, которые знают, какая ситуация до и какая ситуация сейчас. Дают свои, там, скажем, пожелания, видения, мнения.